Мы на месте. Мы приветствуем матушку Василису. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Уже доверила, да. Хорошо, сканер, разрежь эту проволоку, выведи ее из биополя. И как она выйдет, отправляю ее в клетку-тюрьму. Не только проволока. Что еще? У нее пробита грудь и крылья у нее есть, крыло пробито. Что-то есть, какие-то артефакты? Как пустота там, да, есть. Артефакты есть в крыле и в груди? Как копье. Такая какая-то энергия, так же, как вот у этой проволоки. Одно копье? Да, и она пробита, и там пустота внутри. Сила моего намерения вытаскивает это копье, и оно идет в клетку-тюрьму. Да. Хорошо. Больше визуально ничего не мешает? Есть на голове что-то. Горло и голова есть что-то. Хорошо, сканер, просканируй горло и голову. Все подключки подсвечиваются. Снимай их, отключай полностью. Выводи до 100%. У нее в горле такая растяжка стоит, и посередине шар. И когда она что-то начинает говорить, у нее как язык начинает заплетаться в этом шаре. Выходит этот шар. Этот шар связан с такой накидкой на голове, как шапочка, она тонкая. Она перекрывает энергией, чтобы к ней не заходили сверху, энергии не попадали. Готово, все вышло. Отправляю в клетку-тюрьму. Очень ничего не мешает? Нет. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой матушки Василисы под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел матушки Василисы. Находит все. От проволоки, копья и этого шара, который был в горле, выстраиваются каналы к ответственным силам моего намерения. Притягиваю в клетку тюрьму, стоят в клетке тюрьмы мои заложники. Знаешь, здесь один заложник, и ему что-то так плохо. Гуманоид это. Он задыхается. Меня это сейчас меньше всего интересует. Снимаются маски и голограммы. Гуманоид предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. Если гуманоид с кем-то связан, выстраиваются прямые каналы от гуманоида к другим ответственным, притягивая в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Он один. Сканер, дай мне полноту души матушки Василисы на настоящий момент. 100%. Хорошо, паразит. Откуда ты? Орегон, система. Какая система? Орион или Орегон? Орион. Орион. Сколько ты находишься в этом биополе? Он показывает, он увидел свет. Это 2 месяца. Он увидел свет души, но не понял, что душа, насколько сильна. Эта душа начала обжигать его своим светом. Это вот как раз... Он не понял, с кем связался. И стал ставить защиты в виде конструкций. И еще... ноги, сердечная чакра. В общем, он установил там, где мог, чтобы его не ранили энергии. Горло. Почему он не ушел добровольно? Потому что тонкая копия матушки Василиса поймала его. То есть ты не мог выйти уже? Показывает у него, как руки связаны, она его держит. Вот такая сила молитвы у матушки Василисы. Ты знаешь, кто является ее учителем? Он не знает, кто он учитель, он на нее показывает. Он знает, кто она, там энергии те, которые, с которыми он не хочет связываться. Ты уже с ними связался, поэтому ты здесь. Ты обмотал ноги, вытягивал из нее силы. От ее молитв есть, вернее, когда она читала молитвы, ей тошнило из-за твоего шара. И кроме того, ты пробил ее копьем своим и пробил ей крыло и сердечную чакру. Вот я сейчас думаю, не поменять ли мне энергию этого копья на ангельские энергии и пробить тебе. Он уже получил ожоги, и эти энергии выше ангельских. Это верно. Когда он приближался и наблюдал за тонкой копией, он не прочувствовал силу этих энергий. Ну, сейчас ты их прочувствовал вполне. Хорошо, начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии матушки Василисы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Гуманоид подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ и негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к матушке Василисе. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от него, возвращается назад, усилив все потоки 100 раз. Гуманоид, ты оставил что-то в том месте, где живет матушка Василиса? Оставил. Хорошо, пока идет реверс, силой моего намерения открывается прямой канал в ту комнату, где живет матушка Василиса. 1, 2, 3. Ставлю тебе монитор. Его артефакты подсвечиваются красным цветом. Ты их видишь. Это круг. Хорошо. Сила моего намерения притягивает этот круг в клетку-тюрьму.
вместе со всеми энергиями выходит и летит в клетку-тюрьму. Он в одной из комнат в углу на потолке был. Есть. Сила моего намерения сжигает этот канал. 1, 2, 3, удар. Хорошо. Реверс закончился? Да, закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса матушка Василиса забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Готов. Хорошо. Скэнер, просканируй сейчас матушку Василису на чистоте гуманоида всех артефактов. Не осталось ли что-то, что мы еще не заметили? У него есть пыль какая-то. У нее, вернее. Но от нее идут мужские энергии почему-то. В крыльях пыль есть. Включая ей внутренний белый свет, и она собирает всю эту пыль в шар перед ней. Пошел процесс. Все выходит до 100%, каждая песчинка. Все выходит, формируется в шар перед ней. Да, есть шар. Отправляет этот шар в клетку-тюрьму, выстраивая прямой канал от этого шара к ответственным, если таковые есть, притягивая в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме. Это гуманоид тот же. Это от него пыль была. Хорошо. Гуманоид, сколько от тебя вреда. Значит, сканер просканировал. Понижал свет, который исходит. Понятно. Мы все выдавили. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергией сжечь все каналы на счет 3. 1, 2, 3, удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Здесь мы закончили. Лия, прошу тебя выйти со мной на связь. Ли, на связи. Гуманоид Ориона 2 месяца назад зашел в биополе матушки Василисы. Не мог выйти назад. Как почувствовал энергию, начал выставлять защиты. И все, что находится в клетке. У него была пробита грудь, пробито крыло ангельское. Шар стоял в горле. В общем, такой вредитель. Не в те двери зашел. Не в те двери зашел. И еще уничтожать. Да, мы там вытащили из квартиры, стоял какой-то шар, наверное, накопитель или излучатель. Хорошо, под этим шаром открываю то, что мы притянули воронку в галактическое ядро. И он уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. И открывая воронку в галактическое ядро под артефактами гуманоида, все уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Новое вы забрали. Открыли нужную дверь, как они сказали. Давай заправим матушку Василису. Посмотри, сколько ей нужно энергии и какая частота вибрации. 420-30 голосовую чакру она просит. От нее у нее разливается все энергии вниз и вверх идут. Вибрации от голосовой чакры. И в остальные 26 хватит. На 4 макушку головы матушки Василицы начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 420% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинает ей поступать. И мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Частота вибрации голосовой чакры поднимается до 30 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, матушка Василиса, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Набрался энергии и вибрации благодаря вам. Во благо. А назад. Куда же мне идти на чистку, если не в Арго? Только сюда, конечно, матушка. Так и есть. Вы же знаете. Хорошо, будем возвращать вас назад, чтобы все единые... Это же прямой канал с городом Архангелов. Верно. Очистился, заправился. И дальше проходить свой опыт на планете Земля. Так и есть. Золотые слова. Ну что ж, будем возвращать вас назад. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию матушки Василисы в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, клеточки, извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И давай еще активируем Меркабу в биополе матушки Василисы на счет 3. 1, 2, 3. Меркаба активирована для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в ее биополе. Есть. Отключаемся от объекта и поднимаемся в комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте, и за ее чисткой наблюдал куратор Константин. Он сейчас сталкивнул, ушел. Он смотрел. А, просто смотрел. От них шло... Между ними связь есть какая-то. Он между смотрел матушкой? За чисткой брата. Так вот. За чисткой брата. Хорошо, отлично.